Доброе время суток, с вами Виктор Дулин, 5 февраля 2020 года. И вот я, как и задумал, убрал все подпорки, какие здесь были. 6 убрал, 7-я пока осталась. Вот вместо центра пока поставил доску, вот так, под эту центральную балку. Но чтобы добраться до самого низа, мне нужно здесь много попилить дров, как видим. Что-то здесь более-менее есть, пойдет еще строительный материал. А в основном все сейчас буду пилить вот на этой пиле. Как видим, здесь застелил ткань, чтобы пилки везде не сыпались. Надеваю очки, беруши, сажусь на мягкую, теплую подкладку и вперед. Вот в эти ящики буду складывать и, соответственно, на тачке отвозить в дом, где у меня, как видим, камин топится и майки сушатся. Так что вот программа минимум у меня на сегодня выполнена. Центр подперт, балка поставлена центральная. И теперь пойдем дальше пилить дрова. Ну, сколько получится, столько получится. Здоровья вам, да, получу. И такой же созидательной физкультуры в зимнее время.